Итак, всем поздрасте. Вот вчера как раз ловушечку снимал, вот эту вот, в зарослях акации. Вот сегодня пересаживал. Рою рамок на 4, наверное, может быть. На полных где-то на 3. Но у меня ловушечки 5-рамочные. Не приходит у нас в Подмосковье очень большое количество пчел, какие-нибудь большие раи, но не было. Если на 2 рамки придет, хорошо, на 4, это, по-моему, максимум, что у меня было. Вот. Ну, что интересно. Уже 3-й рой, по-моему, без матки. Они у меня там сидели, я их обнаружил неделю назад. Сколько до этого сидели, неизвестно. Может быть, еще неделю максимум. Видите, в принципе, вот я сейчас, вот я без всего. Вот, не нападают, ничего. И стал открывать, нету ни матки, нету расплода, есть мед, мед таскают. Расплода нету, матки не видел. Ну, если уже неделя прошла, должен быть печатный, нету. Вот, это уже такой 3-й. Поэтому у меня как раз маточники на подходе. Я его раздербанил на 3. Наверное, в принципе, так нельзя. Потому что рой какой-то, ну, чей рой, непонятно. Может, какой-нибудь больной будет, еще что-нибудь. Вот, вот они, пчелочки такие у меня. Вот, 2 пересадил прям на рамках, нормально. А это вот у меня один облетчик. Он у меня с косым дном. Вот так вот, с косое дно. Поэтому сюда только рутовская рамка входит. А в этом, в ловушке были додановские рамки. И вот я у других пчел спер меду, спер рамочку. Там, по-моему, 2 рамочки непечатные. Одну рамку поставил сушь. И вот я их сюда пытаюсь пересадить. А как их пересадить, если матки нету, расплода нету? Вот. Вопрос. Поэтому я им туда капнул апероя чуть-чуть, не знаю, вот правильно, неправильно я это делаю, не знаю. И дал маточник. Вот двоим дал маточник. Сначала пересадил, закрыл, повесил на место. Дал маточники. Не знаю сейчас, как они там, надо посмотреть. Ну, наверное, облетываются. А это вот пчела, которая осталась в ловушке, как ее оттуда вытряхнуть-то? Вот пытаюсь как-то ее переманить, чтобы она зашла вот сюда. Ну, вроде как-то вот летают, вроде как-то пытаются. Может быть, зайдут. К вечеру точно зайдут. Значит, я их потом... Они у меня на стенке висят, вот на такой вот, только вот на другом конце, там подальше. Специально облетчики. Значит, закрою на 3 дня. Им деваться некуда, только сюда они могут зайти. Вот, к вечеру, может быть. Что за пчелочка? Вроде не серая. Нету в этом году, у меня среднерусская совсем не попадает. И, хотя не поймешь. Не поймешь. И не желтая. Вон такая. Ну, вообще не агрессивная. Ну, может, конечно, со страху. А вот есть и с ржаной. Вот с ржаной есть, с полосочкой. Кто скажет мне, что за пчелки разные. Или это, может, моя уже прилетела здесь что-то наблюдать, что здесь закипишь. Украсть что-нибудь, бакфаст хочет. Не знаю, короче. Вот такие дела. Вот такое видео. Всем спасибо, всем пока.